Мир Турии велик и многогранен. Множество неизведанных тайн ждет геймеров на его просторах. Фэкшн открывает игрокам новую страницу этой вселенной. Огромные территории скрывали монастырь древних монахов. Крепкие стены охраняют сей уголок спокойствия от вторжения монстров. В этой обители смелые путешественники начинают свой путь. Наставники обучают новичков премудростям боя и рассказывают об опасностях неизведанных земель. Бывалые игроки делятся опытом и разглядывают представителей новых профессий, чьи знания сосредоточены именно здесь, в библиотеках монахов. Ассасин – очень неприметная личность. Игроки этого класса способны незаметно проникать практически куда угодно, сея смерть и разрушение. Они могут вывести врага из строя за считанные секунды. Держа в каждой руке по кинжалу, ассасины как бы танцуют на поле боя. Пластики их тела позавидуют любой гимнаст, однако сей танец обычно приводит к летальному исходу их партнера. Играя этим персонажем, необходимо точно подбирать приемы, которые должны составлять определенную последовательность. Если удары эффективно дополняют друг друга, то наносить ассасином урон увеличивается в разы. Ритуалист – это герой, осознавший тайны мира. Он хорошо управляется с магией, сплетая в причудливые узоры нити силовых полей. Ритуалист применяет свои способности не только для разрушения. Он может вылечить союзников на поле боя и наделить их защитными или усиливающими свойствами. Есть в его арсенале и заклинания, причиняющие существенный вред противникам, а также снижающие эффективность их действий. Но главным преимуществом ритуалиста наделила сама природа. Он способен вызывать духов, которые будут его защищать, накладывать положительные заклинания на союзников и негативные на противников. Изучение мира теперь начинается с тренировки. Все геймеры, независимо от того, пришли они в игру для прохождения сценария или битв на арене, должны пройти серию испытаний. Мирных приключенцев учат на манекенах, ну а прирожденных убийц сразу выпускают на территории со слабыми монстрами. Игрокам предстоит не только сражаться и захватывать контрольные точки, нужно еще уничтожать вражеских духов, которые воскрешают членов противоположной команды, при этом не давая в обиду своих. Сражения происходят на время с подсчетом количества убитых противников, либо до полного уничтожения команды соперника. Затем моделируются сражения с большим количеством монстров. Эти битвы тяжелы, так как противник серьезно превосходит как по численности, так и по характеристикам. Всей команде приходится усиленно изворачиваться, а также учиться фокусировать огневую мощь на одной цели, ставить заслоны и применять весь арсенал своих умений и знаний. Цель игры осталась прежней. Каждая гильдия стремится занять первое место в рейтинге. Разнообразие поединков сравнимо разве что с Олимпийскими играми. Одними боями на аренах дело не ограничивается. Например, битвы ведутся за захват гильдийских замков, когда одна сторона пытается взять крепостные стены, а другая, соответственно, всеми силами дает отпор. Часто команды борются за удержание контрольных точек, выигрывая необходимые очки для усиления глобальных фракций. Но самое зрелищное состязание – это битва между тремя командами в главном чертоге героев, где лучшие из лучших выясняют, какая часть света, Европа, Америка или Азия, достойна чемпионского титула. Как и прежде, с техническим исполнением у игры полный порядок. Персонажи прекрасно детализированы, а анимация магии и ударов просто выше всяких похвал. Нам показалось, что лучший способ успокоить нервы перед очередным сражением – это сидеть на краю обрыва и любоваться живописным водопадом. Factions – это хороший аддон, который фанаты оригинальной игры просто обязаны купить. К тому же в России его официально распространяет компания Бука по вполне приемлемой цене.